Друзья, всем привет! В этом сезоне я решил собрать волейбольную команду из родного города, где только один так называемый легионер. И в преддверии старта нового сезона мы решили провести хотя бы одну тренировку, чтобы иметь хоть какие-то наработки для игр. Для этого мы собрались в местной спортивной школе, позвали мою жену и еще двух парней. И немного интересных моментов из нее вы можете посмотреть прямо сейчас. Приятного просмотра! Я быстрее пойду. Уже к войне готовишься. Опа! Я иду. А, пипнули. Не-не-не. Показал. Аут? Мне просто руки мокрые. Фига себе. Я так умею. Оп-оп. Не, то, что уже ты шел, уже хорошо. То Ваня обычно на такой не ходит. Вот. Так, два, да? Оп. Так, перешли. Смена. Четко, четко, четко сцепление. Ай. Хорош, один. О, три, смена. Аксан, иди туда. Это под меня. Воу! Хорош. Я. 33 года, извините, еще. Оу! Ты с витального ряда с тобой допустил? А, ты не его. Не, вот с Семеном. Оп, два. Все. Все, погнали. Ну, водичку и поделимся, поиграем. Я. Сюда, штуки. Кстати, 15 сантиметров просто идти. Оп-оп! Опа-опа-опа! Играй! Хорош!
Ой, как фолы какие ужасные. Я. Наш. Мяч, пока слава. Не закончил. Я. На рабочий. Ух ты! За все передачи, да? Играй! Хорош! Не было? Семь пять, я. Ну я не готовишься. Хорош. Вот она, высота. Попал? В центре сетки, сука, и ты между рук его вода. Партия. Че, в полный шаг попал?